Якутяне отдали дань памяти павшим солдатам Великой Отечественной войны. Ровно 76 лет назад, в этот день, 22 июня, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Голос Левитана с объявлением начала войны разнесся по всей стране. С тех пор 22 июня вошел в историю как День скорби и памяти. Сегодня представители руководства Республики Якутска, ветераны войны, общественники и простые горожане пришли на Площадь Победы и почтили память всех павших на полях сражений. Ветераны более младшего поколения, чтим наших отцов, дедов, дедов, прадедов за их подвиги, благодаря им, конечно, мы живем на этом свете. Сегодня было много молодежи, детей, так и должно быть положено. Дети должны знать своих героев, хотя их осталось уже совсем мало. Но, тем не менее, с каждым годом все больше к этому идет интерес. И поисковые экспедиции, и по местам боевой славы. Это должно быть, это замечательно.